Урок 35 и последняя буква арабского алфавита – буква «Я». Давайте напишем ее. Это буква «Я». Еще раз. Буква «Я» похожа на ладью. Буква «Я» – мягкая буква. Произносится она мягко. Я, я, я. Среди учеников есть распространенная ошибка. Они называют ее твердо. Говорят «Я» или же «Е». Нет, надо обозначить ее мягкость и произнести «Я, я».